даже звал меня приятель на обед. Но что-то уж давно не приглашаешь. Тебе какова буква, скажу я откровенно. Ангарах ответил, мысли не тая. Я действую теперь особо современно, гостей обедами кормя. Гости трапезу любят на халяву, не исключение соратники и друзья. Раньше звал тебя, чтоб от еды отвлечь ораву. Думал, слушать музыку одновременно есть нельзя. Их повадки не удалось усечь. Нахерен плюс! Победен уже спринт и ускорение.